С наступлением лета в Хабаровский край пришел сезон грозовых пожаров. Обычно такие возгорания возникают в конце мая, но в этом году они начались в первых числах июня. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано сразу 7 таких пожаров. 4 из них действуют в зоне контроля в северных районах края. Все они появились от гроз. Накануне по северной и восточной части края прошел грозовой фронт. Он оставил за собой шлейф возгораний в Амурском, Аяномайском, Верхнебуринском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Очаги расположены на расстоянии десятков километров от населенных пунктов и не представляют угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, сообщил исполняющий обязанности заместителя министра начальника управления сохранения лесов Министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Таранов. Он пояснил, что грозовые пожары чаще всего появляются в труднодоступных местах, из-за чего их тушение требует больше времени. Для ликвидации приходится забрасывать огнеборцев и оборудование вертолетом на расстоянии до 250 километров. Но грозовые пожары нередко появляются и на больших удалениях. Действующие пожары в зоне активного тушения планируется потушить в течение ближайших суток. Этим занимаются 114 сотрудников лесной охраны. Задействовано 11 единиц техники и 3 воздушных судна. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края напоминает, что в Хабаровском крае продолжает действовать особый противопожарный режим, в условиях которого запрещается разведение костров и проведение любых огневых работ. За нарушение предусмотрены штрафы. Жителям края следует помнить об этом и не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Опасности в лесах. При обнаружении возгораний необходимо сообщать на номер единой диспетчерской службы 8 800 100 94 00. Звонок бесплатный.